Добрый день! С вами канал Гитокласс и я Алексей Колчин. И сегодня мы обсудим ответ на вопрос, заданный в недавно выложенном ролике ячейки бинара. Напомню, что ячейки мы получали в силиконовом масле, в котором размешали алюминиевую пудру. И вот когда к поверхности масла мы подносили на электризованную пластиковую трубку, на поверхности появлялось темное пятно. И надо было объяснить, Почему так происходит? В своих комментариях к этому ролику вы высказали много разных правдоподобных соображений. Но самым популярным соображением была идея о том, что во внешнем электрическом поле частица алюминия поляризуется. Заряды в каждой частичке расходятся на разные ее концы. И в результате получившиеся диполи выстраиваются во внешнем электрическом поле. И некоторые из вас сделали следующий шаг и сказали, что ну, в неоднородном поле диполи будут двигаться в сторону более сильного поля, то есть к поверхности жидкости. Но если мы немножко подумаем, то тогда появляются целых два возражения против этой гипотезы. Во-первых, если частицы алюминия будут двигаться к поверхности, то она скорее станет более светлой, чем более темной. А во-вторых, слой масла, который мы наливали в кастрюлю, получая ячейки бинара, был очень тонким. И поэтому в пределах этого слоя электрическое поле не могло сильно меняться. Поэтому мы сейчас выскажем свою правдоподобную гипотезу, которую получили в обсуждении с Андреем Щетниковым. Но перед этим я хотел бы еще сказать про еще один вопрос. А именно, а почему у ячеек такие четкие темные границы? И казалось бы, никаких электрических полей там нет. Но между тем мы видим, что границы ячеек действительно очень четкие. И наше объяснение, оно ну, каким-то образом должно наводить нас и на объяснение э, вот этого простого явления э, э, темных границ, темных и очень четких границ ячеек. Вот. Ну, в ходе наших обсуждений мы решили посмотреть, какую же форму имеют частицы алюминия. Они больше похожи на шарики или на какие-нибудь пластинки. И оказалось, что алюминиевая пудра состоит из довольно-таки тонких пластинок. Ну вот примерно как может, вы можете посмотреть на этот диск. И тогда появляется следующее объяснение эффекта. В электрическом поле частицы алюминия действительно становятся диполями. И они выстраиваются по полю. То есть они разворачиваются так, что вы их фактически перестаете видеть. И свет уже не отражается от их поверхности, а проходит между ними вглубь жидкости. И за счет этого путь света внутри жидкости становится гораздо больше. А это и приводит к тому, что нам кажется, что жидкость теперь выглядит более темной. Ну вот нечто похожее мы обсуждали в нашем ролике мокрая и темное. Речь там шла о том, что, ну вот, например, если песок вы намочите водой, то он тоже выглядит более темным. Ну или, например, мокрые джинсы, они становятся темно-темно-синими, тоже становятся более темными. И кажется, что явление, которое мы наблюдаем, имеет отношение вот к такому именно эффекту, который мы в этом фильме более подробно обсуждаем. А теперь, если мы вернемся к четким и темным границам ячеек, то надо сказать, что именно там жидкость опускается вниз и имеет наибольшую скорость. А в основной массе ячейки скорость жидкости гораздо меньше. И на границе у нас возникает большой градиент скоростей. А при таком градиенте частицы также должны разворачиваться вдоль потока, и мы их перестаем видеть. Ну, Конечно же, это не окончательное объяснение явления. А возможны и другие варианты. И мы были бы очень рады, если бы вы продолжили продвигать свои какие-то рассуждения. А еще лучше, если вы сделаете опыты, которые помогли бы нам проверить правдоподобность разных гипотез. На этом спасибо за внимание и до новых встреч.